Прежде всего, это повышение эффективности использования заготавливаемой древесины на территории Тверского региона. Это переработка, как мы и говорили, создание производств и минимизация вывоза из региона необработанной древесины. Второе, это текущая задача, наверное, которая является самой обыкновенной, но самой насущной сегодня. Исходя из погодных условий, теплой зимы, сегодня есть проблема по заготовке древесины на предприятиях. Поэтому высказывается просьба от лесопромышленного комплекса помочь в решении текущей ситуации. Соответственно, и финансовые ресурсы будут подключены, и возможность, может быть, перераспределения, либо даже заимствования сырья для перерабатывающих предприятий теми, кто осуществляет его вывоз из нашего региона. Третья тема, которая стоит, это увеличение объемов ввода в оборот лесных территорий. Это вопросы лесоустройства и, соответственно, в последующем вопросы лесовосстановления. Поэтому договорились в ближайшее время вместе с нашими федеральными коллегами провести совещание с представителями широким представлением лесопромышленного комплекса. Это и сами лесопользователи, и те, кто осуществляет переработку, и переработку уже высокого уровня, высокой, так сказать, степени добавленной стоимости. Мы думаем, что это совещание пройдет в ближайшие 2 месяца на территории нашего региона. Ну и, соответственно, это вопросы контроля и пресечения незаконных рубок лесных насаждений на территории нашего региона.